have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Сегодня мы с вами поедем кататься на автобусе. У нас будет road trip, который roll trip, которое дорожное путешествие. Да. И у нас есть пушка, которая стреляет пиццей. Вы ничего не видели. Так, нам стоит всего лишь пройти в зону посадки. За этими дверями нас ожидает автобус, который отвезет нас на чудесное приключение, чего мы и хотим. Автобус у нас очень классный, прям VIP. Тут есть удобные местечки, чтобы посидеть. Тут есть и телек посмотреть, тут есть много чего. Есть холодильник. Надо бежать, надо бежать. Выйди, выйди. Зачем я вышел, если надо бежать? Это тыква. Надо бежать. Это очень большая тыква, которая скачет не знаю куда, но куда-то. Я могу ее застрелить пиццей? Нет. Слушай, я тут понял, то, что у меня есть щиты. Официальные? Я могу подпрыгивать с третьим лицом, и я буду видеть, где эта штука. Блин. Ой, я уже вижу выход. Зачем я пошел на вход, если... ладно. Я не знаю, но у меня есть легальные щиты. Так. Что мне делать? Я не знаю, где ты. Я ее потерял. Слишком старые высокие стены. По-моему, shift ни на что не влияет, да? Shift-ом да, ты тут быстрее не бегаешь. Не мне кажется, ты здесь уже был. О, нет, это... О, это лабиринт, это тыква! Стой, погоди. Там нету тыквы, ты чё? Она прям там! О, я прошла сквозь тыкву, получается? Я думаю, что у тебя она просто по-другому выглядит. Ну, походу, походу. Ну, тут классно, тут весело. Я тут вижу всяких монстров, и я пуляю в них пиццу. Блин, это тупик. Я думаю, то, что чем больше монстров, тем ближе конец лабиринта. Это возможно. Привет. Привет. Пойдем. А там нету никакого выхода случайно? Я не знаю. Ты снеговик видишь? Да, я вижу снеговик. Хорошо. Это снеговик и снег. Тыквовик. Да, это тыквовик. Вон дерево. Может, там выход? Что ты на это скажешь, если я пойду в тебя писать? Блин, музыка здесь в спальне, конечно, эпичная такая. Эпичная. Зачем ты прыгаешь? Чтобы увидеть, если мы ближе к выходу. Ага, это и читы. Да. Читы. Да. Нет. Нет, это стена. Я уже второй раз натыкаюсь на стену. По-моему, это уже другая даже стена. Что-то там крутится, пойдем. Я не знаю, почему я кручилась. Где этот тупой выход? Но мы уже проиграли, осталось 5 секунд. Что? Тыква? Тыква. У нее и не было. Это был скример, я не слышу, это что тыква рядом. Тыква, кто ква? Тыква, кто ква? Ладно, мы возвращаемся в автобус. Посмотри наверх. Да, здесь водный потолок, ну, по крайней мере, там пузырики. Я тоже хочу водный потолок. Можно посидеть в креслице, послушать музло, посмотреть на воду, пока мы едем к следующей локации. Да. Тут, по-моему, когда-то была такая фишка. Этот парень зарубил. Можно выглянуть за автобус. О, да. Мы будем искать сокровища, и мы будем летать. Мне нравится эта музыка. Музыка очень крутая, и место выглядит тоже прикольно. Я в воду упал. Так, нельзя падать в воду. Есть, я нашел сундук. Я нашел кристалл. Я взял его. Маг и кристалл. Мишка, это кнопка?
Это выглядело как кнопка. Я взял свой лук. Тут должен быть второй, да? Ну, еще один сундук. А помнишь, где находится основной сундук? Вот сундук. Это... Я, почему дайте он, а, он открылся? Дайте мне открыть призрачный сундук. Я открыл крутой сундук, все. Все, я открыл призрачный сундук, мне дали две монетки. Я на облаке открыл его. Есть на пиратском корабле? Да, на пиратском корабле призрачный. Сейчас я туда слетаю, посмотрим. Оу, корабль в какой-то зеленой дымке, как будто там призраки. А, он призрачный. О, я что, нашел суперсундук? А почему я не могу открыть сундук на пиратском корабле? Это такое бывает, он скоро откроется сам. Тебе надо немножко покликать на него, даже не немножко. Он от меня уезжает. О, открылся. This is хорошо. Да. Ой, я нашел еще один кристаллик. Вот я на этом острове просто дофига. Я обязан нажать на кристаллик. Дайте я успею собрать, пожалуйста. Дайте мне уже нажать на этот кристалл. Да, я сделал это. Я нашел на кристалл, но ничего не произошло. Слушай, я, кажется, вижу что-то очень большое вдали. Я должен туда забраться. Это какая-то очень высокая башня. Все, мы отъезжаем. Вау, у меня... Я успел пособирать монетки, мне хорошо. Мне нормально, мне я супер. Тоже успел. Пиццу всем! Смотри, где мы сейчас находимся. Что-то какие-то лес, скалы. У нас, кстати, водитель с крыльями, это прикольно. Скрт. Ацтек. Ацтек, пойдем. Я не помню, что такое ацтек. О, я помню, что такое ацтек, блин. Все, у меня арбуз на трейл. Круто. Конечно, я его купил за все мои деньги, но у меня арбузы трэп. Здесь из тебя теперь сыпятся арбузы? Да. Нет, не трогай меня! Фух. Да не трогай, тот кик. Ай! Тронул? Тронул. Музыка тоже такая. Блин, хорошо, в музыке здесь на самом деле очень прикольно подстроено. Блин, там паркур что ли внизу будет? Да как я умер? Он меня даже не тронул. Он на тебя дунул. Нет! Най! Это так жалко. Блин, меня аж прямо в турагентство выкинуло. Вот как меня эти тупые камни трогают, когда они даже в меня не попадают? Ну что это? Блин, ну до конца отстека осталось 40 секунд, я уже не успею ничего. Делайте, иди нафиг! Я буду плясать пиццей всех. Прикинь, пиццей можно камень остановить. Серьезно? Ты такой стреляешь, пицца скользит, камень меняет траекторию, и все. И... Это классно. Ой, я дошел до сюда. А, нет, это не у нашего водителя были крылья. Это просто у чувака, который здесь стоял, были крылья, а он стоял рядом с водителем. Я такой думаю, а, это у водителя крылья. Не, ну 20 секунд, ребят, это несерьезно. Я просто посижу. Я дошел до сокровища? Ты нашел сокровище? Я так думаю. Погоди, я почти прошел это. Давай. Давай пройди 5 секунд.
Оу, я упал в дырку. Сегодня на Ацтеке нам не повезло. Надо было, наверное, играть от третьего лица, тогда было бы попроще. Ну да. Так. Я думаю... Мне не нравится смесь этой музыки. По-моему, прикольно. Мы в подводном мире будем, нам нужно будет собирать монетки, и нас будут вкусать окулы. Вкусать? Да, вкусать. Подходи к двери, мы скоро выйдем. Еще 5 секунд ехать, я посижу отдохну. Еще 5 секундочек. Еще 5 секундочек, ага. О, вот, смотри, вылезай. О, костюмчик. Я одел? Ой, кстати, это я помню. Это один из самых старых режимов, которые здесь есть. И один из самых старых, в принципе, режимов, которые я когда-либо играл. Это очень прикольно. Так, я открыл сундук. Акула, уйди отсюда. Я вижу светящую рыбку. Она такая классная. Я обязан ее взять. Она никого не ест. Где сундуки? Отстань от меня, акула! Акула! Что, съела, что ли? Да. Она съела оладушек. А светящиеся рыбки? Светящие улыбки. Светящиеся улыбки, они тебя не трогают. Они просто подсвечивают. Да, они просто светятся. Если же они светящиеся. Ну блин, логично, не поспоришь. Так логично, что ж прям не поспоришь. Какого фига у меня такой длинный трейл? Арбузный? Да. Ты за это заплатил. Да, целых 250 монет. У меня 310. Ну ты тоже можешь купить что-то. То есть я сюда иду, и здесь в конце ничего нет, вы серьезно? Ну я тут скоро смогу забраться, тут куда, тут по сути очень много сундуков должно быть. Медуза. Блин. Я там нашел секретный проход. Че это сейчас было? Я нашел секретный проход. Круто. Где куча что? Медуз. Ну вот медузы. Я вижу кучу медуз. Тут вот эта рыба, зашел... блин, это вообще просто шедевр. Так, я зашел в какую-то секретную пещеру, я вижу кучу секретных статуй, светящиеся рыбки. Ну мы отъезжаем. Нет, я еще почти, еще чуть я был узнал, где Атлантида. Еще бы чуть. Чуть. Зато у меня есть пистолет, который кидается пиццей. О, я остался в водолазном костюме. Всем пиццу. Мне пицца по голове прилетела, блин. Это моя пицца. Мне пицца по голове прилетела. Да ну нафиг. Блин, водолазный костюм, вы серьезно? Ну, этот водолазный костюм классный. Там, да, классный. У меня краски. Красный и синий. О, я помню этот режим тоже. Помню. Он такой классный. Стреляй в него, стреляй. Ай, я умер. Больно. А почему новый шар? Почему новый шар был? Так должно быть, понимаешь? Нам нужно разбить эти шары побыстрее, чем они столкнутся с городом. Почему кроме них никто не стреляет? Я буду красить людей. Я крашу людей направо и налево, знаешь? Это весело. Тебе краску в лицо, всем краску в лицо, тебе тоже краску в лицо. Кто хочет еще краску в лицо? Крась их, крась! Они нужны сейчас. Ща, погоди, мне нужно тебя тоже покрасить. А, не крась меня! Плащ. Черный плащ. Ты не сможешь меня пострелять. О, у тебя ноги красные стали. У меня есть благословение. Меня нельзя делать красным.
Тот, кто был черным, не сможет стать красным. Блин, красить людей так весело. Вообще покраска очень прикольная, да, штука. Да. Привет, когда чувак. Когда это испытание закончится? А? Когда это испытание закончится? Ну ты живешь внизу время. Нет. Я же лапшик. А, ну да, да, да. Че это я, в самом-то деле? Наслаждайся хорошей музыкой. Музыка так себе. Музыка прикольная очень. О, деревья красить можно. Серьезно? Было бы прикольно посмотреть на красные деревья. Они были. Осенью посмотришь. Через 2 месяца. Так. Дерево мечтаний или снов. Привет, чувак. А, я не красный. А я знаю. Стой, ты синим стрелял? Да. А я и так синий. На-на-на-на. Природный иммунитет к синести. А я знаю, где волшебный сундук. Волшебный дундук. Приехали. Оу, да, я помню, что здесь он где-то был. И, а да где? Я точно знаю, где этот сундук. Я знаю, парон. Я вижу сундуки. Я знаю только оладушков, они спасут мир. Тут где-то вход должен быть под это дерево. Но я уже там. Ей, золотой сундук, я открыл тебе и получил тикеты. Тики-тики-тики-та. И монетки. Давай, вот, так светло. Блин, тут так прикольно, что... Вот эти вот деревья, они такие берут, сворачиваются, такие оп-оп-оп. Тут очень лаймовое, то есть все такое. Минуточку, светлое. Только один человек может получить сундук? Да. Ну зайди в эту траву и посмотри. Видишь, сундук уже открыт. Нет. Ну нет. О, они обновили это. Ну я получил монетки, а не тикеты. Или тикеты, я не знаю, я не заметил. Блин, надо будет потом в записи посмотреть. Короче, вот да, ребят, атмосферность тут, конечно, на высшем уровне, просто суперски попадаешь в каждую из этих миров, и они просто офигительные, просто хочется еще и еще. Да. Это прикольно. Вроде ничего сложного, ничего такого, но находиться здесь вот просто одно удовольствие. Прикольно. Что за Haunted Mansion? О, проклятое поместье. Я знаю, что там будет. По-любому. По-любому. Да, я знаю, что там будет. Какой что музыка? Это только что было на экране? Он потрясся, как будто в ритм музыки. Я не знаю, что это было. Что-то автобус тряхануло, и он такой, опа, приехали. А, ну да, так и есть, я помню, что тут. Напомни-ка мне, что тут нужно делать. В общем-то, тут нужно всяких призраков всасывать. А, у нас есть призраков сос, точно. Блин, когда мы их всасываем, они такие... Мне это, знаешь, на госсимулятор похоже сейчас. Госсимулятор? Я не помню, что такое госсимулятор. Ну, где ты призраков должен собирать? Призрака голубя, призрака шахты. А, да, я вспомнил. Я вообще забросил этот симулятор. Но он начал, кстати, очень прикольный. Да. Я время от времени в него захожу. А я вообще чисто там делики повыполнять и всякое такое, но прикольно. Где мои призраки? Кис-кис-кис. Кис-кис-кис, где мои призраки? Ты призрак? Стой! Ты призрак, я тебя вижу. Ну, призрак яйцо, давай. Боп-боп. За каждого призрака по монетке дают. Да. Блин, мне так нравится этот звук, когда ты их ловишь. Боп-боп. О, я нашел призрака джентльмен. Джентль-кот. Да. Стой, призрак, это, вижу это его. Это призрак-кот, я должен его словить. А, он ушел в стену. Он призрак. О, он призрак вернулся, кот. Призрак. О, джентльмен-призрак. Вот, я вижу кота призрака, я должен его словить. Яйцо, призрак. Он в стену опять ушел, ну блин. О, еще один кот, стой. Где коты?
смотри, как только ты словишь этого кота, ты должен обязательно его выпустить, и у тебя будет призрачный кот постоянно. А как его выпустить? Так. Кухня. На кухне может быть и призрак брокколи. Чего призрак брокколи? Ну, он же на кухне. Блин, в самом деле обстановка просто суперская. Это непередаваемо. Мне не нравится то, что испытания, то есть время на эти испытания мало. Очень долгое. Долгое? Да, долгое. По-моему, наоборот, мало. Ладно, ребятушки, тогда на этом наше сегодняшнее дорожное путешествие, пожалуй, будет заканчиваться. Но здесь очень классно, атмосферно, мы вам очень рекомендуем приходить сюда, просто отдыхать, просто казуальненько проводить время, но очень круто, остается очень хорошее впечатление после этой игры. Все, ребятки, на сегодня все, увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек! И всем покеда! Всем покеда!